Хасавюрте в торжественной обстановке прошло открытие двух крупных объектов общего пользования согласно государственной программе формирования современной городской среды. Первым был открыт объект «Придворовая территория» с детской площадкой, расположенная по адресу Грозненская, 78. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали первый заместитель главы администрации муниципального образования города Хасавюрт Бадыр Ахмедов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Ибрагим Абакаров, представители организации, учреждений и ведомств города, общественные и политические идеи. Первым слово для официального открытия было предоставлено Бадыру Ахмедову, который от лица главы города поприветствовал гостей и собравшихся. Хочу поблагодарить вас всех гостей от имени главы города, в первую очередь. Обращаюсь к нашим жителям микрорайона, те, которые были свидетелями реализации этой программы у них во дворе, чтобы эту красоту сохранить и на будущее тоже. Мы и администрация совместно с Министерством строительства Республики Дагестан будем реализовывать эту программу и в последующие годы. Далее слово для выступления предоставили заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Ибрагиму Абакарову, который в своей речи обозначил, что реализация государственной программы направлена на облагораживание территории города. Программа у нас сейчас реализуется по всей Российской Федерации. Инициатором этой программы был у нас и общероссийское движение «Народный фронт за Россию» и «Партия Единая Россия». При их непосредственном, как говорится, участии была эта программа принята на уровне Российской Федерации. На территории Республики Дагестан сегодня у нас реализуется благоустройство 113 дворов и 23 общественных территорий. В частности, в Хасавюрте у нас есть 4 дворовые территории и 1 общественная территория. Благоустройство дворовой территории включало в себя сооружение навеса и игровой площадки для детей. Слова благодарности от лица жителей, проживающих на данной территории, выразила Куфра Мусаева. Благодарить нашу городскую администрацию, которая помогла провести документы, провести как положено работы, курировала это все. По традиции кульминационной частью мероприятия стало разрезание символической красной ленты, после чего почетные гости осмотрели сооруженные объекты. Настоящим празднеством для юных горожан послужило открытие детской игровой площадки. Далее правительственная делегация посетила другой крупный объект, реконструированный согласно программе. Мини-парк с фонтаном, где почетное право открытия было предоставлено председателю общественного движения «Народный фронт за Россию» Джамалудину Шахабудинову и начальнику управления коммунального хозяйства Арсанали Мустафаеву. В своем выступлении Джамалудин Шахабудинов подчеркнул, что все преобразования проводятся с учетом мнения горожан. Социальные программы будут реализовываться, и сегодня мы с вами являемся свидетелями того, что это на деле происходит. Мы видим сегодня, что в рамках реализации проекта формирования комфортной среды открываются и ремонтируются дворы новые, современные. На протяжении всего мероприятия для гостей собравшихся была подготовлена небольшая концертная программа городскими артистами. Слова поздравления с открытием парка как одного из знаменательных событий прозвучало от лица работников муниципалитета и организаций. Но самые искренние слова благодарности звучали от юных горожан. Я живу неподалеку и часто хожу с мамой в этот парк, а теперь я буду ходить еще чаще. Спасибо вам за подаренную красоту и радость. Хасавюрт признан одним из лидеров в реализации программы формирования современной городской среды. Все проводимые работы велись с учетом предложений горожан и облагораживанием территорий. Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».